Добрый день, дорогие друзья! Вас приветствует Петрозаводск, Центральная городская библиотека имени Дмитрия Яковлевича Гусарова. И я, Манякина Юлия Игоревна, главный библиотекарь Центральной библиотеки. Сегодня, в Общероссийский день библиотек, мы проводим праздник карельской поэзии в городе П, посвященный столетию Республики Карелия. С Днем библиотек нас поздравляет министр культуры Республики Карелия Алексей Николаевич Лесанин. Уважаемые друзья, позвольте мне поздравить вас с Общероссийским днем библиотек. Сейчас библиотеки переживают сложные, но очень интересные времена. Это связано с тем, что изменяются предпочтения в обществе, наука и технологии предлагают нам новые формы доступа к информации. Однако я считаю, что библиотеки работают всегда с одним ядерным объектом – это книга. Книга остается в центре внимания библиотечного сообщества. Это то, от чего мы должны идти, привлечение читателей к чтению, то, что мы должны брать во внимание, когда организуем и формируем новые проекты по развитию библиотечного сообщества, то, что мы должны иметь в виду, когда мы в принципе формируем те концепции развития для наших библиотек, которые мы должны реализовать на среднесрочную перспективу. Дорогие друзья, Министерство культуры Республики Карелия и правительство Республики Карелия пристальное внимание обращает именно на эту сферу отрасли культуры. Библиотека остается в центре нашего внимания, и сейчас на эти цели направлены как средства бюджета республиканского, так и федеральные средства. Мы начали реконструкцию библиотеки в Сартовале, появится еще одна большая районная модельная библиотека. Сделана модельная библиотека в Енишполе. Мы нарастим этот показатель со временем. Дело в том, что у нас есть такая возможность в рамках национального проекта, который отдельным направлением своего развития оставляет за развитие библиотек. Библиотеки сейчас переживают сложное время, связанное с эпидемиологической ситуацией, и нам хотелось бы, чтобы у вас было достаточно душевных сил, чтобы пережить эти сложные времена, и чтобы вы подготовились к встрече с посетителями уже с новыми идеями, зарядом бодрости. Я надеюсь, что именно так все и будет. Дело в том, что наши библиотекари самые, наверное, подготовленные люди, потому что они привыкли работать в самых разных условиях и всегда исполнять свою миссию с должным образом. И всегда читатели это отмечают. Никогда еще в Республике Карелия не было так, чтобы библиотеки каким-то образом не оправдали ожидания своих читателей. И в преддверии большого события хочется пожелать вам здоровья, сил, энергии. И со своей стороны Министерство культуры Республики Карелия готово поддержать все те новые идеи, проекты, которые родились у вас за период вынужденного простоя. И мы надеемся, что все эти проекты будут реализованы, и мы привлечем к себе как можно больше внимания наших потенциальных или уже состоявшихся читателей. И здесь мы готовы работать союзно вместе с вами для достижения новых задач развития культуры. Благодарим Алексея Николаевича за теплые слова. Слово предоставляется директору централизованной библиотечной системы города Петрозаводска Юлии Александровне Нестеровой. Добрый день, уважаемые коллеги. Я рада вас всех видеть. Я поздравляю вас с праздником. Сейчас я от имени Библиотечной ассоциации Республики Карелия, а от имени Управления культуры Комитета социального развития Петрозаводской городской администрации, от централизованной библиотечной системы. И от себя лично хочу поздравить нас всех вместе с этим замечательным днем. С днем библиотек. Сегодня библиотека переживает сложные времена, но используем все возможности, которые нам дает жизнь. С помощью современных технологий мы с вами пытаемся не просто общаться, а поддерживать тесные отношения не только с друг другом, с районом, с республикой, конечно, с другими регионами, и это радостно. Действительно, современные технологии нам помогают появиться, встречаться, общаться, развиваться. Но самое, конечно, на сегодняшний день главное остается библиотека и книга. Наши книги – это главный инструмент. Книга дает нам
знания, дает нам хорошее настроение, делает нас умнее, добрее, честнее. И позвольте мне от имени Петрозаводского городского округа, от Комитета социального развития администрации Петрозаводского городского округа, от Петрозаводской библиотечной вручить почетные грамоты благодарственное письмо от администрации Петрозаводского городского округа вручается ведущему библиографу сектора редкой книги отдела обслуживания номер 1 научной библиотеки Петрозаводского государственного университета Евгении Сергеевне Койкиной за добросовестный плодотворный труд, значительный вклад в повышение уровня читательского интереса, культуры и грамотности у подрастающего поколения. От имени Управления культуры Комитета социального развития администрации Петрозаводского городского округа почетной грамотой награждается Терехова Ирина Владимировна, ведущая библиотека отдела обслуживания библиотеки номер 2 Петрозаводской ЦБУ за многолетнюю просветительскую работу, направленную на формирование читательской и информационной культуры населения старшего поколения города Петрозаводска. Также почетная грамота от Управления культуры Комитета социального развития администрации Петрозаводского городского округа вручается Федяхиной Татьяне Евгеньевне, библиотеку первой категории отдела обслуживания библиотеки номер 22, за творческий подход в работе по формированию читательской культуры подрастающего поколения города Петрозаводска. От Управления культуры Комитета социального развития администрации Петрозаводского городского округа благодарственное письмо вручается Худоевой Галине Степановне, заведующему отделом планирования и развития МЛЦПС. Управление культуры Комитета социального развития вручает благодарственное письмо Агееву Игорю Михайловичу, инженеру электронику Петрозаводской ЦБС. От имени централизованной библиотечной системы от себя лично с удовольствием вручаю грамоты. И в первую очередь грамота Татьяне Андреевне Крышенковой, библиотеки второй категории отдела обслуживания Центральная городская библиотека имени Дмитрия Кучерова за активность и инициативность платформы работы по продвижению чтения среди жителей Петрозаводска. Не менее ценная грамота Евгения Анатольевны Манойловой, библиотека второй категории отдела обслуживания городская детская библиотека имени Данила за целеустремленность, творческий поиск, профессиональный рост, ответственность за решение поставленных задач. Читайте, мечтайте, развивайтесь, фантазируйте. Всем благополучия и здоровья. Большое спасибо. Спасибо большое, Юлия Александровна. Сейчас я передаю слово Яне Леонардовне Жематовитой, писателю, сотруднику Национальной библиотеки Карелии. Яна Жематовита подведет итоги республиканского конкурса мини-эссе молодых библиотекарей Карелии «Библионадежда». Дорогие друзья, от лица Библиотечной ассоциации Республики Карелия поздравляю вас с Всероссийским днем библиотек, а также с завершением республиканского конкурса мини-эссе молодых библиотекарей Карелии «Библия Надежда», организатором которого выступила Национальная библиотека Республики Карелия. К конкурсу было допущено 29 авторов, работы которых соответствовали именно конкурсным условиям в жюри. Были члены Библиотечной ассоциации Республики Карелия, ну и, соответственно, и сотрудники Национальной библиотеки Республики Карелия. Вот в результате конкурсного отбора победителями названы следующие библиотекари. В номинации «Как я стал библиотекарем» победили эссе Шевченко Александра Владимировича. Это библиотекарь, научный библиотекарь Петрозаводского госуниверситета. И Сибирякова Арсения Константиновича. Это библиотекарь Национальной библиотеки Республики Карелия. По теме «Мое лучшее дело в библиотеке» лучшим было признано эссе Тороповой Анастасии Юрьевны. Это библиотекарь детского отдела межпоселенческой библиотеки города Сартовалы. По теме «Мой наставник в профессии» мы выбрали эссе
Тришковой Антонины Александровны, библиотекаря каталогизатора Национальной библиотеки Республики Карелия. Номинация «Моя настольная книга в профессии и жизни» победила эссе «Шмогой» Юлии Владимировны. Она трудится библиографом в Центральной библиотечной системе Петрозаводска. Также по теме «Рекомендую молодым читателям прочитать» победила эссе Ходькиной Анастасии Сергеевны. Это ведущий библиотекарь научной библиотеки Петрозаводского госуниверситета. Вот по теме «Я мечтаю сделать в библиотеке» замечательное эссе написал Максимкин Владимир Александрович. Это главный библиотекарь Национальной библиотеки Республики Карелия. И по теме «Какой я вижу библиотеку к 2030 году» мы выделили эссе Климаченковой Антонины Александровны. Это ведущая библиотекарь научной библиотеки Петрозаводского госуниверситета. И нужно сказать, что работы жюри читала вслепую, то есть личный фактор здесь исключается. Жюри также решила отметить специальными дипломами и наградить ценными подарками следующих участников конкурсов. Это Мельникова Татьяна Марковна, зав. Отделом обслуживания Лоуской Центральной библиотеки, и Фомина Татьяна Сергеевна, это замдиректора Кондопожской Центральной районной библиотеки имени Кравченко, а также эссе Мироновой Марины Григорьевны, библиотекаря научной библиотеки Петрозаводского госуниверситета. Все победители конкурса будут премированы портативными аккумуляторами для гаджетов. Спасибо за внимание. Спасибо большое Яне Леонардовне. Мы присоединяемся к поздравлениям. Коллеги, все молодцы, так держать. Очень приятно порадоваться за Юлию Владимировну Шмогой, нашего сотрудника Центральной городской библиотеки. Итак, мы продолжаем дальше. А сейчас нас ждет приятный сюрприз. С Днем библиотекаря нас поздравят молодые сотрудники Национальной библиотеки Республики Карелия. Уважаемые читатели, коллеги и партнеры. Ровно 25 лет назад, 27 мая, первый президент Российской Федерации Борис Николаевич Ельцин подписал указ о создании Общероссийского дня библиотек, приурочив эту дату к дню основания Императорской публичной библиотеки. И сегодня я и мои коллеги вспомним известных библиотечных деятелей Карелии. Как сегодня не вспомнить и интереснейшую личность первой трети 20 века, Ивана Михайловича Никольского, первого советского директора Центральной областной публичной библиотеки. Петрозаводчанин, сын городского чиновника, он получил прекраснейшее образование и на долгие годы связал свою жизнь с педагогикой. А в 1922 году Иван Михайлович Никольский был приглашен заведовать Центральной библиотекой. Образ библиотекаря в те годы имел достаточно большой вес в обществе, и работать библиотекарем было очень-очень престижно. В документах наркомпроса 20-х годов Иван Михайлович Никольский указан как самый сильный библиотекарь всей Карелии. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы отмечаем Общероссийский день библиотек. И я с радостью вас поздравляю с этим праздником. И сегодня будет правильно вспомнить тех людей, которые внесли весомый вклад в развитие библиотечной системы в Республике Карелия. И сегодня на молодую поросль возлагаются большие надежды и в том числе ответственность, потому что мы не можем ударить в грязь лицом, так как наши предшественники проделали огромную работу. Сегодня я, как выпускник Петрозаводского колледжа культуры и искусств, хочу вспомнить замечательного специалиста Вениамина Ароновича Штейнберга. Вениамин Аронович – библиограф, педагог, книголюб, работал в нашей библиотеке многие годы, и его до сих пор помнят многие читатели и коллеги. Вениамин Аронович очень любил свое дело и очень любил своих читателей, студентов и профессоров.
школьников и взрослых. Вениамин Аронович обладал уникальной памятью и энциклопедическими знаниями. Он легко мог ответить на любой вопрос и рассказать, что, где, когда произошло. В течение 20 лет Вениамин Аронович работал в Государственной публичной библиотеке Карельской АССР. Спасибо, дорогие друзья, еще раз с праздником и всего самого наилучшего. Берегите себя. Вас приветствует Петрозаводск. Итак, мы начинаем наш поэтический марафон. Сегодня у нас в гостях друзья и партнеры централизованной библиотечной системы города Петрозаводска, участники литературно-музыкального клуба «Альманах» общественно-культурного центра «Согласие». В составе клуба более 20 человек. Это люди разных возрастов и профессий. Многие из них даже выпустили свои авторские сборники. Уже на протяжении 10 лет руководителем клуба является Акимова Валентина Владимировна. Пожалуйста, Валентина Владимировна, вам слово. Культурный клуб «Альманах» нам 10 лет. Недавно не смогли отметить юбилей из-за обстановки, но у нас все впереди. А я прочитаю вам свои стихи. Первое стихотворение посвящено ветеранам Всемозелья, женщинам, ветеранам Всемозелья. Мы вернулись домой, ордена и медали. Мы, родное Всемозеро, всю войну не видали. Рады озеру, лесу, родным и друзьям. Мы вернулись с победой к родимым домам. Сколько было дорог, горя, боли и слез. Но родной уголок с корнем в сердце пророс. Боевые подруги, за мир, труд и май. За край сердцу милый, бокал поднимай. Стихотворение «Сяпся». Довелось быть в этом маленьком поселке. Сяпся. Маленькая Сяпся, точечка на карте. Маленькая Сяпся, но с большой душой. Сюда по приглашению ехать так приятно. Еду к добрым людям, как к себе домой. Здесь тебя приветят светлой улыбкой, угостят духмяным вкусным пирогом и напоят чаем, знают, что с устатком. А потом расскажут с толком обо всем. Маленький поселок светит огоньками, ждет библиотека, полон клуб людей. Новые проекты зародились сами, не знают руки скуки. Приходи скорей. Крохотный поселок в лесном Карельском крае. Живет и не сдается наперекор судьбе. Как живется, можется, не все, конечно, знают. Любопытные дети, как в любом селе. Крошечная Сяпся не на всякой карте, а от печек вьется голубой дымок. И тепло на сердце от улыбок женских я проехать мимо, ну, никак не смог. И стихотворение «Каренчанки» посвящено подруге, с которой вместе учились в институте. «Повенчанки, повенчанки, с севером повенчаны, они сиянием севера, как радугой отмечены. Красота неброская, и в руках все ладится, на любую глянешь, каждая красавица. Королевы снежные, да мало королей, от брусники ягоды румянец красивей. Вы девчонки, повенчанки, северянки, негричанки, у них есть Олимп, гора, у вас рядом Бет-гора». Дорогие друзья, приветствуем вас. Сейчас вы услышите песню на стихи «Песня «Сватья» на стихи Валентины Акимовой. Музыка Инны Гобкаевой. Исполняют Инна Гобкаева и Вера Инина. Вечереет у окна, сватьи две ведут беседу. Рядом примостился кот. Тихо дремлет победа, ветви ели вековых, чуть качает слабый ветер, не темнеет на дворе, белые ночи, летний вечер, не темнеет на дворе, белые ночи, летний вечер, ветлозерские леса. Охраняют тайны предков, речка Вельская слышна, твои песни здесь нередки, здесь родимый уголок, сердцу милая сторонка,
Кинерме уж 5 веков не стареет, как девчонка. За калиткой ни души тянет веточки рябина. Ждут одна родную дочь, а другая сватья сына. За чайком у самовара тихо тянется беседа. Милых ждут они вдвоем, дети в Кинерму приедут. Он Карьяламме, ихмеллинен мар, кун кесакуса аамусса растаа. Он пэвэ, вуорокаудэнс питуйнен, я элон элвюттэвэ валоксен. Он Карьяламме, ихмеллинен мар, кун йоулуку он туллут Pohjolaan. Yö milti, vuorokauden pituinen, sä huudun reivon tulten tähtien. On Karjalamme, ihmeellinen maa, sen metsävaarat kaukaa kuumottaa. Yön ja päivän taivalta kun vois, ei sala syleilystä päästä pois. On Karjalamme, ihmeellinen maa, kuin meren selkä järvi muistuttaa. Sen peilin heijastuvat harjanteet ja taivan sinen toista virtaanveet. On Karjalamme, ihmeellinen maa. Täällä kansa kalevainen asustaa. On suora rehti tällä ihminen. Kuin pystypäivän konkan Pohjolaan. Большое спасибо. Спасибо большое, Оксана Павловна. Дорогие друзья, мы продолжаем дальше наш праздник. Следующий участник – Викулина Светлана Александровна. Светлана родом из города Контупога, учитель иностранных языков. Уже 3,5 года живет в Финляндии, в городе Иисалми. Преподает финский язык взрослым и студентам. Сейчас я предлагаю вам послушать, как Светлана читает свое стихотворение «Сон» на финском языке. Tänä yönä minä näin unta, että kävelen järveä pitkin, enkä tiedä aitoa suunta. Taivas on kuin tasainen silkki, aallot kuiskaavat minulle jotain, tuuli silittää lempeästi. Kuulen jossakin musiikin soivan, muistan sävelmän selkeästi. Tajuan, tämä maa on niin tuttu, minun rakas ja ihana paikka. Kaikki ympärillä hienolta tuntuu, en voi uskoa, se on taika. Näin valkoisten koivujen runkoja, kuulen lintujen makeita trillejä. En voi ikinä unohtaa ujoja ja kevyitä Karjalan pilvejä. Kotimaa, olen sinusta ylpeä, joka kerta ihastun uudestaan. Tahdon jatkossa rannalla kulkea. Enkä halua herätä unesta. Этой ночью я видела сон, будто берег родной предо мною. Небо словно поет в унисон глади озера голубого. Ветер нежно качает листву молодых и печальных березок. Птичьих трелей я звуки ловлю, то забавных, порою серьезных. Слышно мне из знакомых краев тех мелодий напевы родные, те, что в детстве любила, и вновь вспоминаю года молодые. Понимаю, что эти края так близки, так до боли знакомы. Ты, Карелия, сила моя, я не верю, что встретились снова. Я горда за тебя, моя родина, на душе моей снова весна. Восхищаюсь твоими угодьями, не хочу просыпаться от сна. Мы продолжаем наш поэтический марафон. Представляем вам следующего участника. Анискина Александра Игоревна, актриса Национального театра, ведущая городских и республиканских мероприятий. Родители Александры – вепсы. Она очень любит вепский язык и считает развитие культуры Карелии вопросом своего долга и чести. Предлагаю вам послушать стихотворение вепской поэтессы Андреевой Алевтины Ивановны «Любимая Карелия» в исполнении Александры. Это стихотворение пронизано любовью к родному краю. Армас Карьяланма,
Sinon lapset myö olem. Tägä elod mimem. Tägä syndum i kolem. Kallish Karjalan ma. Järvet, metsät i pöudot. Mit tushted misämät. Hyvät kaiktena löudat. Selget kodimal mell. Ласкват кябедат пают, митти чома сить кель, вайше куна ся аят. И вновь звучат стихи на вепском языке. Знакомьтесь, следующий участник марафона Швецова Дарья Васильевна, корреспондент радиовещания на национальных языках ГТРК «Карелия» и редакции газеты «Кодима». С детства Дарья слышала вепский язык, на нем говорили ее родители. Дарья изучала вепский язык в школе, затем поступила в Петергу на кафедру прибалтийско-финской филологии по направлению финские, вепские языки и литература. В исполнении Дарьи прозвучит еще одно стихотворение вепской поэтессы Андреевой Алевтины Ивановны «Молитва Онежскому узлу». В стихотворении автор обращается к Онега с молитвой о помощи прогнать сердечные заботы. Лойчинг молитв Энежели. Энине синине, Энине армас. Кацухта энине минуху ласквас, тюнсинун вези и сельгет, и магет. Тахты жен синус пей пакет авягет, кибус пей пязуда, валт миной анда, абута невандал, куна пей мянда. Энине синине, энине сула, лёхай да айдэжил, кайк абит сулап. Ропота ведадал цаной не каллеш, шухахта хиллешти, шупита алдэш. Пухтаста, пезата реду спей мель, опенда, кут ойгет авай тате. Эни не синине, эни не хобет, абута аэда сюдей мен холет, эля бал ведудал пёрду тахюют, юмалам вягудал томиной тервхут. Лойчиндан синей мясанун кут махтан, кулишта энине, анда мен тахтойн. Свою часть видеомарафона мы завершаем выступлением вепского ансамбля «Бережок», руководитель Людмила Алексеева. Дорогие друзья, мы продолжаем дальше наш праздник. Следующий участник марафона – Кондопожская центральная районная библиотека имени Бориса Кравченко. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, поздравляю всех с Общероссийским днем библиотек. Участникам республиканского праздника карельской поэзии, посвященного столетию Республики Карелия, желаю успешного выступления. В нашем городе существует давняя традиция проведения дней поэзии, и сегодня эту традицию продолжает Центральная районная библиотека. Также при нашей библиотеке более 15 лет работает клуб любителей поэзии «Северный ветер». Руководит этим клубом наш сотрудник Анна Евгеньевна Фетисова, заслуженный работник культуры Республики Карелия. И сейчас я передаю ей слово. Литературные клубы объединения, сменяя друг друга, существовали у нас кондопоги давно. Долго работало литературное объединение при районной газете,
и уже более 17 лет активно действует при Центральной районной библиотеке имени Бориса Кравченко наш литературный клуб «Северный ветер», объединив самодеятельных поэтов и предоставив им помещение для встреч, сохранив тем самым поэтическое слово. Клуб носит мужское название «Северный ветер», но большинство членов все-таки женщины, мобильные и активные. Кондопольские поэты творят своими стихами духовную атмосферу родного города. Любовь к поэтическому слову объединила людей разных возрастов и профессий. Клуб дает им возможность не только общаться, но и выразить себя, раскрыв свои творческие возможности. Сюда приходят даже люди, не пишущие, но умеющие слушать их. Для нашего клуба стало традицией устраивать авторские, творческие, литературные вечера, презентации и поэтические тусовки в лесах. Когда мы выезжаем в небольшие сельские библиотеки, нас всегда радушно встречают. Некоторые из наших поэтов исполняют стихи под свою музыку, отчего я звучат очень хорошо. В прошлом году мы попробовали себя в новом направлении, устроив поэтический день, где приняли участие поэты разных поколений. Ежегодно мы встречаемся с учащимися городских школ. Эти встречи всегда проходят в теплой, дружеской обстановке. Для авторов важно видеть полные восторга и внимания в глаза детей, их неравнодушие. Несколько лет назад в районе была учреждена литературная премия имени нашего земляка Бориса Кравченко. Лауреатами этой премии уже стали члены нашего клуба, а в 2013 году деятельность литературного клуба была по достоинству отмечена этой премией. Клуб помогает местным авторам печататься в районных газетах, издавать книги. Уже было издано 2 коллективных сборника и 8 авторских книг. Тираж издания небольшой, но эти томики бережно хранятся в информационно-правительственном секторе нашей библиотеки. 2015 год, год литературы, мы отметили очень значимым и важным событием – изданием коллективного поэтического сборника «Разнотравье». Его авторами стали 7 участников литературного клуба «Зеленый ветер». «Разнотравье» – в этом названии можно отыскать много символического. И намек на коллективный общий труд, и прямое указание на индивидуальность каждого автора, и то, что слияние разных поэтических миров рождает полноту картины кипящего разнотравья цветущего клуба. В 2018 году вышел еще один коллективный сборник стихов, посвященный Кондопольскому краю – «Северная круга». Круга – коллективный танец. Хоровод нельзя водить в одиночку, так и в поэзии. Важно, чтобы стихи были нужны людям. А они, став друзьями, возьмутся за руку и заведут хоровод – кругу. Наш литературный клуб мутил. Он ищет друзей и единомышленников. Нас ветер северный сплотил. Чем больше нас, тем дружба крепче. В тени его могучих крыл с друзьями все намного легче. Открыл просторы, окрылил, и мы с тобой теперь в ответ, что гордо рели, долго жил. Любим северный ветер. Добрый день. Сейчас я представлю кондопольских поэтесс, участников литературного клуба «Северный ветер», которые познакомят вас со своим творчеством. Панюкова Елена, Гладкова Ольга, Теплищева Елена, Михайлова Эльвира и Калядич Эльвира. Онежские петроглифы. Облака, что перья дивной птиц, на закате солнечного дня, каменные книжные страницы, дверку приоткрыли для меня. Солнце ласково гранит ласкает, каменная книга оживает. Олененок воду тихо пьет, лодка по волнам реки плывет. Тут обсерватория видать, на заре времен было когда-то. Множество светил, не дать не взять, здесь скрижали древнего трактата. Стая белокрылых лебедей оживает с каменной страницы. Видно, на заре минувших дней восхищались также этой птицей. На закате солнечного дня, на границе дня и белой ночи я читаю книгу бытия «Скальные послания пророчества». Цветень. Цветень в городе нашем день за днем
город краше. Солнце, спрятавшись за тучи, нам послало с неба лучи, словно солнечные зайчики распустились одуванчики. И в траве зеленой, там и тут, брызги солнца радостно цветут. Все в белом яблоне стоят, надели свадебный наряд, а в стороне вельможный пан зацвел наш южный гость каштан. В сирене нежный аромат повсюду в воздухе витает. Наш город словно райский сад весною снова расцветает. Калевала. Я читаю Калевалу, руны бережно листаю, эпос доблестных карелов, быль земли родного края. Эти дивные сказания вся Карелия знавала, их у детской колыбели мать малютки напевала. У окна, усевшись в пряжи, пела карьелы былины о героях тех отважных и о девицах невинных. Венемёйнин, старец чудный, тешит край наш дивной песни. Кантель, создатель мудрый, песнопевец всем известный. Дева Айна молодая, в водах плещется русалка, не хотела стать женою Венемёйнина хозяйки. И кузнец там Ильмаринин сам по вкухе ликует, счастье мельницу золотую он в горниле создает. Лоухиш, хозяйка злая, прячет чудо сам по вгору, на заклятие запирая, чтобы не добраться в гору, а веселый Лемеканин по лесам на лыжах мчится. Ловит он лосенка Хиси, чтоб посвататься девица. Край родной ты мой любимый, ты из рун вознесся в небо, все смешалось, быль и небыль, ты знаком мне и неведом. Я читал, колевал, руны бережно листаю, старины далекой эпо, быль земли родного края. Карельское лето, один день жары, поездка на дачу, лесо комары, рыбалка на зорьке, удачный улов, уха на костре и палаточный кров. Карельское лето лесов изумруд, где в озере сосны веками плывут, огромного неба прозрачная синь, и скалы во мху, глаз куда-то не кинь. Карельское лето, в июле гроза, на травке зеленой поутру роса, черника, брусника, чуть позже грибы, побольше корзинку с собой бери. Карельское лето и белые ночи, карельское лето короткая очень, но зимними долгими днями опять карельское лето будем мы ждать. Карельская симфония. Карельская симфония, болото до леса, на скалах сосны высятся и смотрят в небеса, вода озер прозрачная и водопадов ртуть, от песни комариной ночами не уснуть, а памятники зодчества, Кижи и Валаам, большое удовольствие их вид подарит вам. Кивач бурлит потоками, роняя брызги вод, и русский алом мраморный откроет тайный ход. Карелы люди мирные калиткой угостят, под руны Калевалы кругу пригласят. Суровая, любимая, карельская краса, где летом ночи белые, зимой мороз, снега, и нет роднее и ласковей Карелии моей. Я перезвоном кантели любви признаюсь ей. Сказка Карелии. Текучесть вод, твердыня скал, цветов веселый карнавал, и вековой могучий лес, стеной встающий до небес, все этот край объединил, как будто сказку сочинил. Суровость зим, хрусталь весны и осень золотые сны, и белые ночи волшебству, и щедрость лета у него. Читаю сказку много лет, не надоел ее сюжет. В нем хитро переплетены лесные тайны, колдуны, и великанов древних спор, дорог извилистый узор, не разгадать, не расплести, но все же глаз не отвести. Я вновь дорогой пленена, к разгадке тайн зовет она. Обними меня, лес, успокой тишиной и прохладой, напои животворной водой ледяного ручья. Я на родине здесь, ничего мне другого не надо. Ты и храм мой, и лучшая песня моя. Загляни мне в глаза, в глубину озер темноводных. Ты увидишь, как я эту дивную землю люблю, где небес бирюза понад кронами льется свободно.
Твердо скалы стоят, и цветок доверяет шмелю. Я хочу, чтоб ты рос, шелестел и листвой, и хвоёю, чтобы жил чуткий зверь или птицы в твоей глубине, чтоб свидание сбылось, когда сердце попросит с тобою, со спокойной мудростью, чтобы улыбался ты мне. Карелия, красавица лесная, глядится в зеркало озерных вод, то нарядится в платьице из мая, то в летнем сарафане в хоровод, то осенний наряд златобагряный наденет и любуется собой, то в шубку снежную упрячет лик румяный и закружит метелью голубой. И снова стаи белоснежных чаек, а на лугах ромашковый венок, ветра времен влюбленные качают, на лбу Онега пенный завиток. На концерте. Орган. Гортанный низкий звук рождается в глубинах трубных при помощи обычных рук. Всего лишь рук. Поверить трудно. Смотрю, пытаюсь осознать, как это маленькое тело, мне изумление не унять, создать такую мощь сумело. Орган. Прозрачная слеза дрожит над клавишей высоко, и задержал дыханье зал, взлетев за звуками на вздохе, и гром небес, и шепот трав. Подвластно все его аккордам, орган, законы все поправ, парит над временами гордо. Последний звук. И тишина. Органом тоже рождена. Белые ночи. Когда роскошный летний день уснул в вечерних мягких лапах, когда пьянящая сирень уже не так собой пьянит, когда цветы, устав от зноя, на завтра сберегают запах, и поцелованный луною отполыхал уже зенит, в неповторимый этот час на землю нашу мир не сходит. Жар суеты остыл, погас, молочным стал небесный край, нет солнца, но и тьмы не стало. Закончен день, ночь на исходе, и где-то скоро станет ало, ну а пока замри, внимай. Все звуки мягче и нежней рождаются в иных глубинах, а мысли чище и важнее поверхностных, пустых, дневных. Где есть еще такое чудо, где день и ночь слились в едино? И я смотрю глазами Будды на мир, что лучше всех иных. Я люблю тебя, мой город, я люблю тебя, мой край. Уголок здесь каждый дорог, для туристов просто рай. Здесь у нас все близко, рядом, скалы, лес, кивач седой. Удивительным нарядом обрамляют город мой. Не Венеция, конечно. Здесь всего один канал, но связал с собой навечно он Онега и сандал. Не пугает ни погоды, здесь народ живет века, и у нас нет природы, есть бумажная река, что в далекий край помчится, где бумагу нашу ждут. Белоснежные страницы людям новости несут. Сколько в городе талантов, мастеров, чей ценен труд, и певцов, и музыкантов, и спортсменов здесь куют. Город мой, любимый, славный, процветание тебе. Для меня ты самый главный в жизни, в радости, в судьбе. Ночь карельская тиха, чем белее она, тем тише. Ветерок заколыхал, гладь воды совсем не слышно. Сон на сосны смотрят вниз,
В ламбушек родные лица, на ветвях туман повис, соснам старым небо снится, а в озерной глубине, там, где прячется прохлада, звезды светятся на дне, искорками звездопада. Под перезвоны карильонов наш город много лет живет. Плывут над Кондопогой звоны, от каждого душа поет. Звон улетает, чтоб вернуться любовью, радостью, мечтой, и чтобы каждого коснуться надеждой, счастьем, добротой. Мы так привыкли к карильонам, к певучим звонким голосам. Плывут над Кондопогой звоны, неся молитвы к небесам за город наш, за край любимый, за то, что в будущем нас ждет. Пусть этот звон летит незримо, пусть долго-долго он живет. Литературный клуб «Северный ветер» завершил свое выступление, и мы передаем эстафету следующим участникам. Спасибо большое. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами вновь на связи Петрозаводск, Центральная городская библиотека имени Дмитрия Гусарова. Вас приветствует Проскрякова Елена Александровна, главный библиотекарь отдела планирования и развития нашей централизованной библиотечной системы Петрозаводска. Мы продолжаем День карельской поэзии в городе П. Марафон поэзии продолжают наши друзья из национальных общественных организаций. С 2009 года наша централизованная библиотечная система является центром межнационального сотрудничества. Здесь при поддержке администрации города реализуются многочисленные и многолетние проекты совместно с Библиотечной ассоциацией Карелии и с национальными организациями города Петрозаводска. Это и «Гора самоцветов», и проект «Давайте встретим праздник вместе», и «Живые книги». В этом году администрация города поддержала наш совместный проект с Библиотечной ассоциацией Карелии, который называется «Петрозаводск читает национальную литературу». Поэтический марафон – одно из первых мероприятий в рамках этого проекта, а проект направлен на знакомство горожан с культурой и литературой народов, проживающих в Петрозаводске. Сегодня стихи на языках народов прочитают наши земляки, украинцы, таджики, узбеки. Прозвучат как авторские произведения, так и произведения национальных авторов. И первое слово мы представляем Карельской региональной общественной организации, ее членам, которая называется «Национально-культурный центр таджиков и народов Таджикистана Авиценна». И мы приглашаем к микрофону Салимовых Лолу и Тахмину. Пожалуйста, Лола и Тахмина. Ты ищешь разум или радость, и это в нем найдешь. Ты ищешь горечь или сладость, и это в нем найдешь. Фарси, дари или таджикский, его как хочешь назови. Он для меня язык искусства, неумирающей любви. Не только материнской речью, с которой с первых дней знаком, стал для меня он материнским, благословенным молоком. Не назову его иначе, ища сравнение вновь и вновь. Он материнская забота и материнская любовь. Вот почему язык таджикский с его певучестью простой. Люблю, как смех подруги юной, как ласку матери седой. Отрывок из поэмы «Битва за Сталинград» таджикского поэта Мумин Канаат. Недо и замин. Маро гавбора мегуян. Чун гавбора и зарин. Дали ман модари бичуран окон. Агар тифри баруян помнихат шодан. Агар марде китат аспой нам нокам. Чу модар дар озоб босинай чокам. Напин дори бидар дам кафи хокам. Бадаври хеш чун, гавора чун бидан, калон будан, мохаряк хуна, унчидан. Барузине хамчун, тиф хам бидан, барузимар
Беовоз Ларзидан, Багоран Гульшудан, Асхеш Руйдан, Ба Умидеки Буйдан, Гвори Ракшудан, Дарохи Дильоби, Ба Умидеки Буйдан. Марл Мудар, Чахон Гардеду Рози, Як Дигор Дане, Шумо Эйкам Хохудру из Сархуны. Чусарват Асу и Джозам, Шуморо Ман Факат и Джоз Бакшидам, Зичас Бирхуд Гузаштам, Баршуму Парвоз Бакшидам, Кибори Модари Гампор Уедам. Муминкна, голос первый, земля. Мне тот, кто до конца не огрубел, дал имя, золотая колыбель. Так называя землю, был он прав, я колыбель, я не бездушный прах. Шагнул ребенок малый, я горда, беда седой вдовы, моя беда. Вы на войне, я с вами на войне, совсем как человек, больно мне. В кругу родных планет вращаюсь я, как колыбель в домах качаюсь я. В погожий день я улыбаюсь детям, а в непогожий день печалюсь я. Так я рождаюсь и прошу, сорви, ложусь тропинка на пути любви. Травой бросаюсь в ноги, отдохни, в криницу превращаюсь, зачерпни. Народов на планете без числа, а это я одна их родила. Я миллионы тайн открыла им, мечту и крылья подарила им. Так и живу, себя другим даря, и матерью зовут меня не зря. Огромное спасибо. Благодарим Лолу и Тахмину. И следующее слово мы представляем членам Карельской региональной общественной организации Общества украинской культуры «Калина». Приглашаем к микрофону Прокопьеву Веру Ивановну. Пожалуйста, Вера Ивановна. Стихотворение посвящено первой весенней грозе и первой любви молодых людей. То есть дня на ночь, начуты кроки, и наветь місяць заховав, весь столовий кодись затёкав, і враз замов, немов тляхав. Весна буяє в повній силі, в лісах, по селах і містах, і знов розквітли світлі мрії весною в молодих серцях. Цю темну ніч, коли все спало, коли гримів далекий грім, юнак і дівчина гуляли, ніщо не зважало їм. Ні спалах блискавки сліпучі, ні вітра сильного порив. Вони вели розмову йдучи, він їй щось тихо говорив. Дивлюсь вікно, то все розквітне, то знову темно. Вдарить грім, і жодної зорі не видно. В високім небі веснянім, напевно, буде дощ щаслива. Весняні хмари грозові, враз сильний вітер десь взявся і зніс пустину з голови. Та дівчина того не чує, її шукає щось своє, а вітер виє і лютує, краплинами по вікнам б'є. И второе стихотворение о счастье ребенка, который живет в любящей, все понимающей семье. Моя семья и дорога родина, це тато, мама, бабця і дідусь, сестричка, братик і любов єдина. Я у них також любити вчусь. Мені тут тепло, затишно і тихо, надійно, світло, радісно завжди. Мене в родині оминає лихо, з усім на світі я біжу сюди. Чи радість світла в серденьку буяє, чи сльози гіркі льються із очей, я йду в родину. Я ж бо добре знаю, як люблять в моїй сім'ї дітей. Пригорне ніжна матінка дитину, положить тато руку на плече. Я завжди можу спертись на робину. Тут серце біль тяжкий не обпече, бо є любов, підтримка і увага. Є тепле слово, щастя джерело. Панує у родині в нас повага, любов прадавня, ласка і тепло.
Спасибо огромное, да, спасибо огромное. Хочется аплодировать. Спасибо большое, Вера Ивановна. Думаю, что всем было понятно, о чем стихотворение. Вера Ивановна читала из своего собственного сборника. Да, который потом вам презентуют. Да, мы будем рады. У нас директор как раз присутствует, и будем рады в честь праздника получить такой прекрасный подарок. Мы предоставляем слово и приглашаем к микрофону Светлану Владимировну Ковишникову, руководителя Национальной общественной организации. Спасибо, Светлана Владимировна. Здравствуйте, дорогие друзья. Поздравляю вас с праздником. Желаю вам здоровья, потому что здоровье – это самое главное, что нам сегодня нужно. Стихи о любви и жизни Ліна Костенко. Не говори печальними очима. Не говори печальними очима, ти, що не можуть вимовити слова. Так виникає ніжність самочинна, так виникає тиша грозова. Чи ти мій сон, чи ти моя уява, чи просто чорна магія чола, яка між нами райдуга стояла, яка між нами прірва пролягла. Я не скажу і в пам'яті, коханий, я не скажу, і все-таки згадай мене колись. Пішли дві долі різними шляхами, на роздоріжжі долі обнялись. Не говори печальними глазами, то, що словами скажет не любой, так чувства тихо возникають самі, такая тишина перед красою. Ти сон мой, или плод моїх мечтаний, или это черной магии был в глаз? Какая радуга стояла между нами? Какая пропасть разделяет нас? Я не скажу, любимый, даже в память. И все же, в памяти своей меня храни. Шли две судьбы различными путями. На перекрестке обнялись. И второе стихотворение я прочитаю свое, которое было написано в далекие 90-е годы, нелегкие наши 90-е годы. Мы тогда служили с мужем в северной группе, в северо-западной группе войск в Польше. И посмотрев документальный фильм о своей родине, об Украине, ну, нахлынули на меня такие строки, которые я предлагаю вам послушать. Это любовь к своей родине, к своей Украине. Україна, мати моя, як тужу я за тобою, і в далекій стороні завжди близько ти мені, як почую в чужині рідну мову вдалині, серце стискує туга, а з очей біжить сльоза. Україна моя мати, а у інших є своя. Кожна мати любить чадо, зичі щастя та добра. Добрі люди, не сваріться, рідну землю не діліть, бо земля то наша мати, нашим дітям на ній жить. От такі от сложилися стихи о тоске, о своєї любимої родини. Помимо этого, Вера Ивановна вам книгу презентує, а я хочу вам подарить буклет, посвящений 25-летию нашого любимого хору «Українська пісня». Тут есть и программка нашего, а также наше общество проводит еще мастер-классы по приготовлению национальных блюд. И приглашает всегда своих друзей, людей разных национальностей. Мы по школам проводим такие мастер-классы. А это такой отзыв детей школы, у которых был проведен мастер-класс. Спасибо, Светлана Владимировна. Огромное удовольствие слушать украинскую речь. По мнению многих ученых, украинский занимает второе место по красоте языков народов мира после итальянского. И мы можем услышать, насколько он певучий, насколько гибкий, какой прекрасный язык. А сейчас мы приглашаем к микрофону руководителя Карельского отделения Всероссийского конгресса узбеков и узбекистанцев Мухтарова Эдгарбека Хабибулаевича. Мы попросили Эдгарбека Хабибулаевича почитать стихи Алишера Наваи. Это тюркский поэт и политический деятель, чье творчество дало необычайный стимул для развития узбекского языка. Мы, конечно, не могли обойтись без Алишера Наваи.
Пожалуйста, Эльгарбек. Пользуюсь случаем, поздравляю всех коллег, присутствующих и кто подключился онлайн с вашим профессиональным праздником, праздником работников библиотеки, и вам желаю творческих успехов. И хотелось бы рассказать про новоэкрацию. В эпоху Наваи борьба за узбекский язык приняла особо острый социальный характер. Поэт понимал, что язык является одним из важных средств развития культуры и приобщения народа к свету и знаниям. Он был убежден, что пренебрежительные отношения, оскорбляющие не только язык, но и народ, говорящий на нем, может причинить большой вред. Надо было раскрыть огромные возможности родного языка, развить и обогатить его. С этой грандиозной задачей поэт, мыслитель, философ справился, Алишер Наваи справился блестяще. Создав свое монументальное произведение, сохраняя при этом искреннее и глубокое уважение к языкам других народов, заканчивая одну из своих поэм, он с гордостью упоминал: «Я не хасрав, не мудрый низами, не вождь поэтов нынешних джами, но так в своем смирении скажу, по их стезям прославленным хожу. Пусть Низами победоносный ум завоевал Бирда, Ганджу и Рум, пускай такой язык Хесрау дан, что он завоевал весь Индустан. Пускай на весь Иран поет джами, в Аравии Литаври бьет джами, но тюрки всех племен любой страны, все тюрки мной одним покорены». Эти слова — это в переводе, а звучат они на узбекском языке следующие. Турк назмида чумен торт алам, айладым үл мемлекетны як калам, Nizami olsa berde birle gence, kadem Rum ahlige hem kılsa rence. Çekir Kusrev'degi dili zebani, yürüp fah eylese Hindistanlı. Yene cami acemde ülsel evvel, Arap'ta dağı çalsa köz şevker. Eğer bir kavm yer yüz yoksa mindir, müeyyen Türk ülüsü hud menindu. Alıp men tahtı fermanım yasam, çelik çekmeyi hıtabim ta hurasam. Ne mülk içre ki bir ferman ibardım, enin zattığa bir divan ibardım. Вы видите, насколько прекрасен каждый язык, как цветок в венке, да? Нет, который хуже выглядит или лучше. Все они важны. И как сказал наш друг и партнер Гигамарша Лусич Мгарчан, насколько была бы беднее жизнь, если бы мы все говорили на одном языке. Какое счастье поддерживать свой язык, свою культуру, сохранять его. И мы очень благодарны нашим партнерам, что они пришли сегодня, влились в наш марафон, поддержали нас. Огромное им спасибо. И мы надеемся, что наш проект «Петрозаводск читает национальную литературу» все-таки будет реализован осенью, и мы ждем наших друзей и партнеров на мероприятия, посвященные их национальным языкам. Сегодня мы их благодарим еще раз и представляем слово нашему директору Нестеровой Юлии Александровне. Еще раз всех поздравляю с праздником, всем здоровья, всем благополучия. Я надеюсь, что мы с вами все-таки встретимся обязательно очно, и подобные мероприятия будут продолжаться вживую. Всем спасибо, до новых встреч!